Стела из белого камня, увенчанная золотым шаром, будет украшать Пушкинскую аллею на бульваре в районе Веденской церкви. На 31 августа намечено торжественное открытие обелиска, так что работы идут полным ходом. Восстановленный памятник станет практически точной копией первоначального варианта и с третьей попытки обретет, наконец, свое окончательное месторасположение в городе и в истории. Уникальное архитектурное сооружение. Оно было установлено в городе Оренбурге в 1822 году. Изначально несколько лет стояло возле музея ИЗО на Ленинской, да, тогда, где сейчас у нас стоит маленький Ильич. Вот, потом была перенесена и основное время стояла на бульваре, там, где сейчас у нас стоит памятник Валерию Павловичу Чкалову. В 1953 году, когда ставили памятник Чкалову, обелиск попросту снесли, благо сохранились несколько его обломков. Три элемента из белого камня включены в обновленный вариант стелы, что символизирует связь времен. А времена в городе-крепости были непростые. Жители в момент необходимости обязаны были пускать солдат на постой, большим количеством и на длительное время. Это сильно тормозило развитие Оренбурга. Город практически перестал строиться. Губернатор Эссен, который был, безусловно, лично знаком с императором Александром, это генерал, герой Отечественной войны 12 года, он выступил с таким прошением, и император удовлетворил. И с этих пор мы считаем, и так считают историки, специалисты, что темпы развития города, они стали более, так сказать, динамичными, город начал расти, и самое главное, начали появляться большие красивые здания, на которые мы сейчас любуемся. Спустя два года после возведения памятника в честь Александра I император почтил город своим визитом и лично оценил благодарность. В те времена в Оренбурге было всего три достопримечательности, которые обязательно посещали гости. Это дом губернатора, Веденский собор и обелиск освобождения от воинского постоя. Так что все возвращается на круги своя. Памятник освобождения от воинского постоя станет своеобразным нулевым километром города. Отсюда будут начинаться все экскурсии по Оренбургу. Сюда же будут привозить и самых высокопоставленных гостей нашей области. Ольга Курганская, Роман Боричев, новости дня.